كان العداء عند ضد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من الكفار والمشركين. Неверующие многобожники, они испытывали особую враждебность к пророку алейхи салату ва салям, проявляли вражду. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة, пророк алейхи салату ва салям, когда совершил хиджру в Медину, زاد العداء, то эта враждебность увеличилась. وبدل ان كان العداء من الكفار, نعم, صار العداء هنا من الكفار واليهود وظهر النفاق. Если в Мекке была вражда со стороны неверующих, то здесь в Медине стала враждебность возникла со стороны неверующих, во-первых, со стороны иудеев, во-вторых, и со стороны мунафиков, то есть лицемеров, в-третьих. إذن قبل الهجرة لم يكن هناك نفاق. То есть до хиджры, до переселения не было такого явления, как нифак, то есть лицемерие. ظهر من يظهر الإسلام ويبطن الكفر, نصعف السلام. А в Медине уже появилась эта категория лиц, которые демонстрировали себя как мусульмане, но внутри они таили неверие. نعم. وحاول اليهود قتل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة. Иудеи, они не один раз пытались убить пророка алейхи салату ва салям. نقضوا العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. Они нарушили договоры, которые заключили с пророком. وضعوا له السم في طعامه. Они подложили яд в его еду. حرضوا القريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وساعدوهم. Они подстрекали курайшитов и другие арабские племена к сражению против пророка алейхи салату ва салям и помогали им, оказывали им содействие. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم سائرا في طريق الدعوة. Несмотря на это все, пророк алейхи салату ва салям продолжал идти по пути призыва. هذه لم تصد النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت دافعا له على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Все это не отвратило пророка алейхи салату ва салям от призыва, наоборот, побуждало его продолжать призыв. أذوه في أبي بكر رضي الله عنه. Пророк алейхи салату ва салям обидели в отношении Абу Бакра. أذوه في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقذفوها. Обидели его в отношении его жены Аиши رضي الله تعالى عنها. وتكلموا في عرضها. Обвинив ее в нечестии, распространяя разговоры о ее нечестии. نعم. وبرأها الله سبحانه وتعالى. Но Всевышний Аллах, он ниспослал аяты, в которых он говорил о ее непричастности к греху. فكل من يتكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد أن برأها الله سبحانه وتعالى. Каждый человек, который посягает как-то на честь Аиши, после того, как Аллах Субхану Тааля ниспослал аяты о ее чистоте, فقد كذب كلام الله سبحانه وتعالى. Такой человек обвиняет во лжи речь Всевышнего Аллаха. وكفر كفرا أكبر. И такой человек является неверующим, и его неверие это большое неверие. نعم, Аллах.